Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем видео хотел бы показать отчет о том, как съездил на Аку. По крайней мере, вот сейчас только раскинулся, поставил живцов. Сегодня приехал ловить на живца. Насадка у нас, то, что удалось поймать, это окунь, плотва, основная мелочь. Вот. Место ловли. Район Серпухова, ниже. Это где остров. Тут по карте можешь посмотреть, погуглить. Вот. Температура окружающей среды где-то градусов 6-8, ветер южный, сильный довольно-таки. Пришлось сделать мне времянку, чтобы сегодня переночевать более-менее удачно. Так сказать, вот такой настил сделать от ветра. Соответственно, сделал такой щит. Здесь уже расположил непосредственно вещи, лежанку. Ну и место для очага пришлось выкапывать, чтобы ветер не разносил, тепло находилось в одном месте. То есть можно было погреться, приготовить пищу. Вот сейчас сделал подставку себе. Чуть-чуть попозже буду готовить, кушать. Вот. Натаскал немного дров. Ночь сейчас длинная, начало октября. Часов где-то 12 есть вполне. Вот. Это дрова, но это первоначально. Сейчас еще пойду искать. Для того, чтобы нарубить дров, взял сегодня я топор, китайский обычный, самый дешевый, вот ручка оранжевая. Хотел брать пилу, но что-то не стал я. Пила полегче будет, но топор мне сподручнее, то есть привычнее. Вот. Давление у нас ровное, 758-756, и идет оно потихоньку на спад. Расставился, было две поклевки, ну или мелочь, или просто течением снесли его, подсекал, соответственно, мимо. Вот. Встретилось меня по пути где-то человек 4 спиннингиста, у них по нулям, один дед уже на сидел на два фидера, подошел у него, поинтересовался, он часа 3 или 4 отловился, но в результате у него 3 или 4 ерша, все, больше ничего не было. То есть, как ни парадоксально звучит, но глухо. Конечно, не оптимистично, но как-то так. Вот. Ну, в дальнейшем буду отснимать дальше ролики. Потому что, если что понимаю, то да, отсниму. Если нет, тогда там все равно отсниму, покажу. Все, всем удачи, удачных рыбалок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи.